весовой категории до 105 килограмм. Номер один. Сергей Журавлев, юность Москвы, кандидат в мастера спорта. Номер два. Артем Леонидов, мастер спорта международного класса, училище Олимпийского резерва номер два. Номер три. Махмуд Ульбашев, мастер спорта, юность Москвы. Номер четыре. Джиоев Азамат, мастер спорта МГПСО. Номер пять. Салим Харьковский, кандидат в мастера спорта юность Москвы. Номер шесть. Артур Мургудуров, мастер спорта, училище Олимпийского резерва номер два. И номер семь. Николай Моисеев, кандидат в мастера спорта МГПСО. Судейская бригада, центральный рефери. Николай Маслов, всесоюзная категория. Рефери номер один. Николай Кожухай, международная категория. Рефери номер три. Артем Федосенко, республиканская категория. Участники судьи представлены. Для разминки дается 15 минут. Где защита? Установите 120 килограмм. Перезарядка. Первый номер начнет соревнование с веса 123. Номер один 123. Значит, 2 минуты для подготовки. И в штанге будет приглашен номер 7 миссии. Номер 7. Николай Моисеев, второй подход. Сергей Журавлев готовится. Следующему весу. Подход неудачный. Участник имеет еще один подход. На штанге установлен вес 120 килограмм. Номер 7 Николай Моисеев, третий подход. 2 минуты на подготовку. Готовится к следующему весу Сергей Журавлев. Юность Москвы, Можайский.
Вес защиты закончился результатом 120. Установите вес штанги 123. Номер один. Сергей Журавлев. Первый подход. К следующему весу готовится номер пять. Салим Харьковский. Вес защиты. Установите вес штанги 125 килограмм. Номер один попросил для второго подхода 128. Номер один заказал 128. Номер 7. Салим Харьковский. Первый подход. Номер 1. Журавлев готовится к следующему весу. Вес защиты. Установите вес штанги 128 килограмм. А номер 5 заказал для второго подхода 130. Номер 5 заказал 130. Номер 1 Сергей Журавлев. Второй подход. Номер 5 Харьковский готовится к следующему весу. Вес защиты. Установите вес штанги 130 килограмм. Номер один заказал для третьего подхода 133. Номер пять Салим Харьковский, второй подход. Номер один Журавлев готовится к следующему весу. Подход неудачный. Участник имеет еще один подход к этому весу. 2 минуты на табло. И к штанге приглашается номер 5 Салим Харьковский, третий заключительный подход. К следующему весу готовится номер 1 Сергей Журавлев. Номер 5 попросил для третьего подхода 133. Значит, к штанге приглашается номер 1 Сергей Журавлев. Третий подход.
Номер 5 Коньковский готовится. До 33 установить. Закончим с результатом 133. Оставьте, есть. Номер 5, Салим Харьковский, третий подход. Следующему весу готовится номер 4, Азамат Живое. Подход неудачный. Закончил рывок с результатом 125 килограмм. Ассистенты, установите, пожалуйста, 140 килограмм. Номер 4. Азамат Живое. Первый подход. К следующему весу готовится номер 3. Махмуд Ульбашев. Без защиты. Следующий вес. 145 установите вес штанги. Номер 4 заказал для второго подхода 145. Номер 3. Махмуд Ульбашев. Первый подход. Номер 4. Живоев готовится. Без защиты. Номер 3 попросил 150. 5? 155? 155 попросил номер 3 для второго подхода. Номер 4. Азамат Живое. Второй подход. Thank you.
Подход неудачный. Две минуты на подготовку. И к штанге приглашается номер 4 Азамат Джилоев. Третий заключительный подход. А к следующему весу готовится Артур Мугурдумов. Прошла одна минута. Подход неудачный. Закончил рывок с результатом 140 кг. Установите вес штанги 155. Номер 6 Мугурдумов готовится. Номер 6 Артур Мугурдумов. Первый подход. Номер 3 Ульбашев готовится. Вес защита. 160 заказал для второго подхода номер 6. Номер 6 заказал 160. Номер 3. Махмуд Ульбашев. Второй подход. А к следующему весу готовится номер 2 Артем Леонидов. Подход неудачный. Две минуты на подготовку. В штанге приглашается номер 3 Махмуд Ульбашев, третий подход. К следующему весу готовится номер 2 Артем Леонидов.
После рывка будет объявлен 10-минутный перерыв. Прошла 1 минута. Подход неудачный, закончил с результатом 145 килограмм. Установите вес штанги 160 килограмм. Номер 2. Артем Леонидов, мастер спорта международного класса. Первый подход. Номер 2 попросил для второго подхода 170 килограмм. В штанге приглашается номер 6 Артур Мугуртумов. Второй подход. Без защиты. Номер 6 попросил 165. Установите вес штанги 165 килограмм. Две минуты на подготовку. Номер 6 Артур Мугурдумов вызывается. Третий подход. К следующему весу готовится номер 2 Артем Леонидов. Иди, пожалуйста.
Прошла одна минута. Закончила рывок с результатом 165 килограмм. Установите 170 килограмм. После рывка будет объявлен 10-минутный перерыв. Номер 2. Артем Леонидов. Второй подход. Без защиты. Сто семьдесят один. Две минуты на подготовку. В штанге приглашается номер 2 Артем Леонидов. Третий подход. Ассистенты, установите 175. Красненькие диски. Номер 2 Артем Леонидов попросил для третьего подхода 175. Номер 2. Артем Леонидов. Третий подход. Без защиты.
Закончил рывок с результатом 175 и является победителем в этом упражнении. Объявляется 10-минутный перерыв. Установить на штангу 140 килограмм. Начнет Николай. Номер один заказал 155. Номер один 155. Без защиты. Установите на штанге 155 килограмм. Номер 7 попросил для третьего подхода 155. А первым подойдет к этому весу номер 1 Сергей Журавлев. Заказал номер. Установите вешать 160 килограмм. Номер один попросил для второго подхода 160 килограмм. Номер пять. Салим Харьковский. Первый подход. Номер один Журавлев готовится.
Есть защита. Номер 5 попросил 165 на второго подхода. Номер 5 заказал 165. Номер 1 Сергей Журавлев, второй подход. Номер 5 Кальковский готовится к следующему весу. Четвертый 165 начнет. Без защиты. Номер 1 заказал 165 для третьего подхода. Установите две штанги 165. Готовится номер 4 Азамат Живоев. Номер 4 попросил 166 для первого подхода. Вторая перезаявка больше не принимает. Значит, к штанге приглашается номер 5 Салим Харьковский. Второй подход. Готовится номер 1 Сергей Журавлев. Без защиты. 170 попросил номер 5 для третьего подхода. Номер 5 заказал 170. Номер 1 Сергей Журавлев, третий подход. К следующему весу готовится номер 4 Азамат Живоев. Без защиты закончился результатом 165 и в сумме набрал 298. Установите 166. Номер 4 Азамат Живоев, первый подход. Номер 5 Харьковский готовится к следующему весу. Без защиты.
Следующий вес какой? 30. Джой, какой вес следующий? 67, поставь. Номер 4 попросил 170. Ребята, установите мне штанги. Ассистенты, пожалуйста, 170. Поступила перезаявка. Значит, 2 минуты готовится живой на замах номер 4. Вот. Номер 4, Азамат Джиоя. Второй подход. Готовится номер 5, Салим Кайковский. Подход неудачный. Номер 5, Салим Харьковский, третий подход. Номер 4, Живоев готовится. Закончился результатом 165. Номер 4, Азамат Джиоев. Третий подход. Подход неудачный, закончился результатом 166 килограмм. Установите вес штанги 180 килограмм. В сумме набрал живое 306 килограмм. Номер 3, Махмуд Ульбашев, первый подход. Thank you.
без защиты. 190 установите ассистенты. Номер 3 попросил 190 для второго поставки. Первым подойдет Артем Леонидов, номер 2. Номер 2, Артем Леонидов, первый подход. Номер 3, Ульбашев готовится. Без защиты. Номер 2 попросил 200 для второго подхода. Номер 2 заказал 200. Номер 3. Махмуд Ульбашев. Второй подход. К следующему весу готовится номер 6. Артур Мугурдумов. Без защиты. Сколько? 200. Номер 3 попросил 200 для третьего подхода. Установите 195. Готовится номер 6 в Мугурду. Номер 6. Артур Мугурдумов. Первый подход. К следующему весу готовится номер 2. Артем Леонидов. Без защиты. 210. Номер 6 попросил 205 для второго подхода. Установить 200 килограмм. Номер 2. Артем Леонидов. Второй подход. Номер 3. Ульбашев готовится.
Без защиты. 205 попросил номер 2 для третьего подхода. Номер 2 заказал 205. Номер 3. Махмуд Мульбашев. Третий подход. К следующему весу готовится номер 6. Артур Мугурдумов. Подход неудачный закончился результатом 190 и в сумме набрал 335. Установите 205 килограмм. В 13.30 будет представление участников весовой категории плюс 105 килограмм. Тренеры и спортсмены, 13.30 представление следующей категории. Номер 6. Артур Мугурдумов. Второй подход. Готовится номер 2. Артем Леонидов. Скотников. Без защиты закончил с результатом 205 и в сумме набрал. Еще подход есть. А, следующий. 215. Номер 6 попросил 215 для третьего подхода. А к штанге приглашается номер 2 Артем Леонид. Без защиты закончил с результатом 205 и в сумме набрал 380. Установите вес штанги 215 килограмм. Thank you.
Номер 6. Артур Бугурду. Третий подход. Толчок 215 килограмм. Мугуртумов набрал сумму 380, но по собственному весу проиграл Артему Леонидову в сумме двоебоя. Кубок получит Леонид, Артем Леонидов. Но в толчке стал победителем Мугуртумов. Ассистент, да. Награждения будут производить. 50-кратный чемпион города Москвы, многократный чемпион Советского Союза, мастер спорта международного класса Валентин Полонский. И заслуженный тренер Советского Союза Игорь Савич Худяков, судья международного класса. Третье место в рывке занял Махмуд Ульбашев. Ульбашев, номер «Юность Москвы», 145 килограмм. И тепло, и рукопожатие. Второе место занял Артур Бугурдумов, училище Олимпийского резерва номер 2, 165 килограмм. И победителем стал Артем Леонидов, училище Олимпийского резерва номер 2, мастер спорта международного класса с результатом 175 килограмм. И награждается тренер победителя, заслуженный тренер России Павел Федорович Сергеев, который отсутствует на данный момент. Тренера поздравит ученик. Награждение в толчке. Третье место в толчке занял Махмуд Ульбашев. 190 килограмм. И победителем стал Артур Бугурдумов, 215 килограмм. И также тренер победителя Сергеев Павел Федорович, заслуженный тренер России. По сумме двоеборья третье место занял Махмуд Ульбашев, юность Москвы, и тренер Светлана Ерыгина, 335 килограмм.
Второе место занял Артур Мугуртумов, училище Олимпийского резерва номер 2. 380 килограмм. Победителем стал Артем Леонидов, училище Олимпийского резерва номер 2, 380 килограмм. Он обыграл Мугуртумова по собственному весу, он легче.